Тот вечер, когда он пришел домой, был обычный безмолвный ужин. Никто ничего не говорил. Так же, как последние несколько месяцев. Он тревожно прикоснулся к жене и сказал: «Я должен тебе что-то сказать». Когда он увидел боль в ее глазах, он потерял дар речи. Но ему нужно было сказать то, о чем он думал. «Мне нужен развод». Она оставалась спокойной и лишь тихо спросила: «Почему?» Он не знал, что сказать. В ней начал нарастать гнев. Она бросила вилку и крикнула: «Ты не мужчина!» Он знал, что ей нужно было знать, что случилось с их браком, но он не знал, как найти правильный ответ. Правда была в том, что он позволил другой женщине украсть его сердце. Жену он больше не любил. Ему было просто жалко ее. У него уже был набросок документа о расторжении брака, где он прописал, что жене остается дом, автомобиль и 30% дохода его компании. Но мысль о разводе была слишком тяжелой, чтобы принять ее в тот момент. Он сожалел о времени и усилиях, которые она потратила на их отношения, но он так сильно полюбил Джейн. Посмотрев на документ, она просто разорвала его на куски и выбежала из комнаты. Женщина, которая провела с ним 10 лет, стала чужой. На следующий день он пришел домой поздно и увидел, как жена что-то пишет за столом. Он не стал ужинать. После долгого дня, проведенного с Джейн, он просто поднялся наверх и лег спать. Среди ночи он проснулся и спустился вниз. Она все еще сидела за столом и что-то писала. Он понятия не имел, что она делает, но ему было все равно. Поэтому он пошел обратно спать. Утром она показала ему свои условия для расторжения брака. Удивительно, ей ничего не нужно было от него. Ей нужен был лишь один месяц до окончательного развода. Она просила, чтобы в течение этого месяца они продолжали жить так, словно ничего не произошло. Ее причина была простой. У их сына были проблемы в школе, и ей не хотелось еще больше расстраивать его. С этим можно было согласиться. Но было что-то еще. Она просила вспомнить, как он нес ее на руках в их первый день брака. Она просила, чтобы каждое утро в течение этого месяца он носил ее на руках из спальни к самому выходу из дома. Ему казалось это предложение абсурдным, но чтобы как-то пережить последние дни брака, он согласился. На следующий день он был вынужден сказать Джейн об условиях его жены. Он не знал, как она отреагирует на это, но об этом нужно было сказать. Конечно же, она посчитала эту идею сумасшедшей. Более того, она была сильно недовольна. На следующее утро, когда он взял жену на руки, они оба чувствовали себя неловко. С тех пор, как он сказал о разводе, они не прикасались друг к другу. Но их сын был так рад видеть, что папа держит маму в своих руках. Однако эта радость причиняла ему боль, когда они спускались вниз по лестнице, к входной двери. Она тихо прошептала ему: «Пожалуйста, не говори сыну о разводе». Он согласился, оставил ее и поехал в офис. На пятый день уже не было так неловко. Он ощутил аромат ее волос. Он вдруг понял, что уже давно не смотрел так внимательно на свою жену. Она была уже не молодой. Оказывается, у нее появились морщинки, а в волосах появилась седина. Годы жизни дали о себе знать. Десятый день пришел и ушел, так же и пятнадцатый. Он начал понимать, что их дружба возвращается.
Но он не мог сказать об этом Джейн. С каждым днем ему становилось легче поднимать свою жену на руки. Он думал, что причина в том, что он сам становился сильнее благодаря уникальной зарядке каждое утро. На 21-й день, когда он поднял ее, он почувствовал, что ощущение близости стало возвращаться. Это была женщина, которая посвятила ему свою жизнь и душу уже целых 10 лет. Утром на 28-й день она не могла найти подходящую одежду. Примеряла разную одежду, но ничего не подходило. «Вся моя одежда кажется такой большой». Он вдруг увидел, что она сильно похудела. Вот почему с каждым днем ему легче было нести ее на руках. Тут забежал сын и сказал: «Папа, уже пора нести маму». Для него эта традиция стала лучшим временем дня. Но муж отвернулся. Он боялся, что переменит свое решение в один из последних дней. Он взял ее на руки, вышел из спальни, прошел по коридору, спустился вниз. Он крепко прижимал ее к себе. Ее руки мягко и нежно обнимали его шею. Это было как в день свадьбы, но ее вес печалил его. Последний день, когда он держал ее на руках, время, казалось, остановилось. Он с любовью посмотрел на нее и сказал: «Я обнаружил, что нам так не хватало близости». Они стояли, крепко обняв друг друга. Он быстрее поехал в офис. Он боялся, что любая задержка может изменить его решение. Он зашел в офис и сразу подошел к рабочему месту Джейн. Когда они поздоровались, он собрался и сказал: «Я больше не хочу разводиться». Она с удивлением посмотрела на него и спросила, не заболел ли он. Но он продолжал: «Я не собираюсь разводиться с женой. Наши с тобой отношения закончились, Джейн. Я все еще люблю ее. Я собираюсь завоевать ее расположение и любовь вновь. Я обещал ей, пока смерть не разлучит нас». Она ударила его. «Извини, Джейн», — сказал он и вышел. Она была сильно расстроена. Он не думал, что эгоистические желания могут вызывать так много боли. Он выбежал из здания и поехал. На пути домой он остановился у цветочного магазина, купил букет цветов жене. Он знал, что сделает большой сюрприз. Ведь он уже так давно не проявлял нежности к своей жене. Но теперь он решил все изменить. Ему не терпелось увидеть свою жену. Он зашел в дом с цветами в руке и с улыбкой на лице. Он поднялся наверх и увидел свою жену мертвой. Все это время она тихо боролась с раком, но он был так увлечен Джейн, что не замечал этого. Она знала, что умрет, но хотела уберечь от сильных переживаний их сына до самой своей смерти. Не нужно было много времени, чтобы абсурдная просьба превратилась в то, что имело такой важный смысл. Она хотела, чтобы их сын всегда помнил папу как любящего, внимательного и заботливого мужа. Брак не был задуман как временная связь или случайный эксперимент. Это священный союз, в котором двое становятся одним. Посвященная любовь никогда не сдается. Она не теряет лицо, всегда надеется и проходит сквозь все невзгоды.
Настоящая близость не возникает случайно. Ее нужно развивать. Как стать поистине счастливым? Станьте лучшими друзьями. Служите друг другу с радостью. Любите и уважайте друг друга. Счастливый брак – удел каждой семьи, тех мужей и жен, кто выполняют свои обещания, пока смерть не разлучит нас. Thank you.